ребята, меня зовут Дмитрий Спирин, и многие из вас знают меня по группе «Тараканы». В этом году мне выпала большущая честь принимать участие в отборе молодых коллективов для фестиваля «Доброфест 2014». В обсуждении в группе ВКонтакте фестиваля «Доброфест» вам нужно опубликовать свое видео. Это видео должно быть репетиционное, но при этом там обязательно должен быть живой звук, и оно должно быть снято с нескольких камер, для того, чтобы мы могли хорошенько вас услышать и хорошенько вас увидеть. А также две ваших наилучших песни, аудиофайлы и все-все-все ваши контакты для связи с вами, какие только есть. Более подробную информацию читайте в официальной группе ВКонтакте фестиваля «Доброфест 2014».